конечно, вечера надо проводить. Мы не только пенсионеры, но и молодежь подходит, да, интересуется. Все подходят, даже дети, которые занимаются в кружках, они тоже приходят, снимают наши старые традиции, да, и тоже воспринимают это. Нам нравится. Я первый раз, честно говоря, выходной день здесь. И как-то не заходили в этот парк обычно. А сегодня вот нам даже призы подарили с Тимофеем. Каждую субботу и воскресенье делают праздники для всей семьи. Естественно, мы сюда обязательно будем приходить. Ведь не все могут уехать за город. Мы очень многие сюда приходим и именно здесь просто гуляем. Вот. Поэтому то, что здесь организуется, и особенно для наших ребят, которые пойдут еще в школу, замечательно. Это вообще на самом деле очень классно. Сейчас сам мимо проходил, порадовался за нашу молодежь, за то, что она отдыхает. Сам сотню лет уже этим не занимался, но тем не менее приятно было попрыгать рядом там с детьми. Спасибо вам большое.